Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой игровой набор «Рыбалка». Покупала его в фикс-прайсе за 99 рублей. Вот такие тут рыбки. Сеточка. Плюс 3 написано. Ну, посмотрим, может быть, мой малыш все-таки заинтересуется. Проверим вместе с вами. Вот так это выглядит. Они плавают. Малыш ловит. Вот. И давайте посмотрим, что у нас находится внутри. Насколько там какого качества. Там были, кстати, еще другие. Ну, обычная пластмасса. Тут вот даже есть щелочка. А, ну, в принципе, вот все они уделись. Ну, наверное, конечно, туда попадет вода, которая потом будет долго выливаться. Конечно, было бы хорошо, чтобы была какая-нибудь дырочка где-нибудь. Ну, тоже тут щелочка. Может быть, эта щелочка и так надо, чтобы вода выливалась. Здесь не закрывается. Здесь щелка тоже тут. За 99 рублей, может быть, и нормально. Тут дырочка небольшая. Тут вообще прям классная рыбка. Ну, конечно, они будут плавать. Само собой. Так, тут... Тут давно, довольно хорошо прошито, смотрите. Вот она идет прям ровненькая такая. Полосочкой тут тоже все ровненько. Дырок нету. Поворачиваем ее сюда. А, ну вот она, в принципе, овальная. Должна вместиться. Ну, вот они все вмещаются. Сама эта штука тоже, ну, нормально так выполнена. Довольно плотная. То есть ничего здесь не скрипит. Не гнется. Закрыто, я думаю, тут тоже, наверное, сеточка хорошо. Но мы же будем просто пластмассовую рыбку ловить. Хотя, конечно, не знаю, ребенок может с ней пойти и на озеро. Наверное, мальков можно, в принципе. Ну да, вообще, слушайте, можно и мальков половить, и маленьких рыбок. Ее, допустим, так на дно аккуратно положить, придерживая рукой. Они, или как-нибудь вот так, да? Они туда заплывут, хоп их. И все. Можно и камеру так поймать. Вот. Смотрите дальше. Мой малыш будет в ванной. Их ловить. По крайней мере, я попробую это сделать. Малышу год 10. Я думаю, его это заинтересует. У нас снимает сегодня обзор рыбалка. Нет, положи всех. Положи. На, бери ручку и лови их. Вот так. Вот так лови. Опа! О, поймал! Давай, лови остальных. Не так, не руками, зайка. Не руками. Ага. Обратно. Угу. Лови их этой штучкой. Лови, лови, лови.
Опа! Короче, они у нас ловятся. Скажи, все в порядке. Можете покупать такую игрушку в фикс-прайсе. Обзор. Да. Сейчас ей станет мокрой. Водичка у нас тепленькая. Горяченькая. Да. Потом скажи, я буду мыться, как обычно. Все, всех поймали рыбок. Скажите, рыбаки, вы неправильно ловите рыбу, надо ловить руками. А не сетками и не удочками, скажи. Это так неудобно. Не-не-не, сиди. Сиди. А то я чувствую, сейчас полезешь куда не надо. Чё? Ага, попался, сына. Попался, да? Камера тебя уже давно тут снимает? Давно? Надо тебя еще сфотографировать заодно. Да, попался. Попался? Дима! А? Дима! Посмотри на меня. Опа! Ты что, вот этой будешь ловить? Короче, смотрите, все в порядке. Она вот, она ловится. Они все, даже вот эта большая рыбина, она, в принципе, тоже помещается. Честно говоря, я думала, то, что она не поместится. Она такая широкая, я даже немного боялась купать. Думаю, потом, что с ней будем делать. Думаю, ну ладно, будет плавать. И также там был еще второй набор рыбок. Не помню, какие там были рыбки. Ну, по-моему, эти поинтереснее были. Да? У тебя куча зрителей смотрит. Да? Какая мордочка. И такой маленький у меня. Только что сейчас вы посмотрели видеообзор моего сынка Димочки на набор рыбалка из магазина Фикс Прайса. Надеюсь, что вам очень понравилось, он старался, показывал. Конечно, это игрушка для детей немножечко постарше, но тем не менее ему довольно понравилось, ему было интересно. Вот. Также я надеюсь, что вы на нас подпишетесь, потому что у нас выходят влоги. Выходит каждый день, также обзоры на продукты, на технику, на игрушки, на все, что только можно. Также пишите комментарии, я ваши комментарии рассмотрю, мне очень приятно. Вот. И также у нас есть другие ролики, кулинарные и много-много другое. Спасибо за просмотр, с вами был канал ArtMania, и всем пока-пока!